На днях стало известно, что дочь поместила Лидию Федосееву Шукшину в пансионат для пожилых людей. Причем, Ольга выбрала то самое заведение под названием «Идиллия», где до госпитализации находился Леонид Куравлев. Наследница знаменитой фамилии подчеркнула, что об актрисе заботятся настоящие профессионалы. Но сын Барри Алибасова уверен, Лидию Николаевну нужно срочно спасать. Как рассказала Ольга в комментарии для сайта «Собеседник». У вдовы Василия Макаровича Шукшина обнаружились возрастные заболевания. Периодически она проходит плановое лечение в госпитале Вишневского. Но в больничных условиях актриса чувствует себя некомфортно. А в пансионате пациентам предлагают домашнюю обстановку, программы для реабилитации и отдыха, а также постоянную медицинскую помощь. Эта новость до глубины души потрясла Барри Алибасова-младшего. Буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости. Значит, мне надо срочно реанимировать сделку в Калининграде по покупке недвижимости для папы и Лиды, потому что отец не хочет жить в доме в Подмосковье, ему нужна недвижимость на море. Бабушку надо спасать, высказался сын Барри Каримовича в комментарии для сайта Starhit. А между тем, звездный адвокат Александр Бенхин не увидел в действиях Ольги ничего противозаконного или предосудительного. Он отметил, что Лидия Николаевна находится в таком возрасте, что ей в самом деле требуется круглосуточная забота. И в этом случае решение родных, поместивших звезду в пансионат для пожилых людей, достойно уважения. Напомним, что ранее адвокат защищал в суде юридические интересы Алибасовых. Это личное дело семьи. Лидия Николаевна находится на попечении дочери. С юридической точки зрения дочь может делать все, что хочет, в соответствии с состоянием здоровья матери. Возможно, Федосеева Шукшина уже не в силах заботиться о себе самостоятельно и ей требуется квалифицированная помощь. Это решение надо уважать, изложил Бенхин свою точку зрения.